От чистого сердца. Именно так в микрорайоне Мостовая Слобода пекут хлеб и пряники. С раннего утра женщины идут в школу-пекарню и начинают свой ритуал. По рецептам, что достались еще от бабушек, замешивают тесто, разогревают духовку и терпеливо ждут, когда выпечка поднимется и будет готова. В среднем за смену из печи выходит около 100 буханок хлеба. Ставим тесто, печем хлеб, пряники печем. Потом приходят у нас люди, забирают все это, все хлеб забирают, бесплатно раздаем нашим жителям, мостовским, пенсионерам. В пекарне бытует мнение, если приступить к замесу теста в плохом настроении, оно не поднимется. Выпечкой хлеба женщины занимаются по собственному желанию. Их главная цель – помочь людям. Вместо зарплаты – благодарность, вместо премий – удовольствие от проделанной работы. Это уже больше хобби, больше, ну как сказать, благое дело, что ли. Времена, видите, какие тяжелые, поэтому хоть чем-то хочется поддержать, помочь, ну, элементарно, хотя бы хлебушком, с добром, испеченным, с любовью, без химии, то, что вот хлеб как домашний. Помимо жителей микрорайона, свежий хлеб получили и медицинские сотрудники. В знак поддержки врачей в медико-санитарную часть привезли партию свежего хлеба. Персонал больницы был рад такому содействию. Сейчас, когда врачи ежедневно борются с распространением коронавирусной инфекции, на счету каждая оказанная помощь. У нас жители в Ульяновской области, в городе Ульяновске, очень замечательные, хорошие. И они никогда не оставляют вот такие вот моменты без внимания. Поэтому, соответственно, мы всегда рады, мы трудимся как раз на благо наших жителей. Работники медицинских учреждений все чаще получают поддержку от жителей региона. Питьевая вода, канцелярия, свежий хлеб. Все для того, чтобы хоть как-то облегчить работу врачей. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.